Многодетные матери, воспитывающие 5 и более детей, получат материальную помощь. Размер выплаты ко дню матери составит по 1000 рублей на каждого рожденного и усыновленного ребенка. Многодетные матери, состоящие на учете в Управлении социальной защиты населения и получающие какие-либо выплаты, будут включены в список без предоставления заявления. Всем остальным до конца октября необходимо обратиться в управление с несложным пакетом документов. Их перечень можно найти на сайте ведомства. Перечисление денежных средств производится либо через кредитное учреждение, находящееся в муниципальном образовании город Муравленко, либо через учреждение почтовой связи. Добавлю, что в прошлом году ко дню матери выплату из окружного бюджета получили почти 60 матерей на 303 детей.